Шучу. Так, есть какие-нибудь советы, как уснуть? Человек, который работает со мной в одном графике. Есть советы по поводу засыпания? Здравствуйте, Наурис. Спасибо за сердечко. Евгений, здравствуйте. Если я уберу телефон, у меня вот так вот закипит голова, вот так. Я очень много думаю. Спасибо за розочку. Евгений, у тебя есть выход на меня. Нужно быть, а не казаться. Петр, вы, конечно, красавчик. Как засыпать с утра, когда тебе не хочется спать. Мы, кстати, тут недавно разговаривали о видениях. Есть люди, которым тоже с утра кое-что мерещится. Ну, мы не обсуждали, конечно, что именно мерещится, но людей с такими вещами, кажется, много. Я не одна такая. Я надеюсь, вы тоже счастливы, когда вам мерещится. Ну, ты пропустил, получается? Я откуда? Я сама ты. Сама ты. Короче, мне мерещится бывает такое, что Богдан. Что за Богдан? Нет, извините, я не могу. А, соседка. Почему вы меня называете? Вы второй, кажется, раз, да, это говорите, то, что я... То, что я ваша соседка, и ты, вы мой сосед снизу, но у меня таких нет, как бы. Вы точно не мой сосед снизу. Есть способ для тебя, чтобы ты уснул. Какой же такой способ? Сразу привет. Да, вам самоты. Привет. Вы мне несколько раз спрашиваете, откуда я. Я вам несколько раз отвечаю, что я самоты. Вы меня обратно спрашиваете, откуда я. Я самоты. Чё там, Артур? Батл? А то у меня тут целых 22 человека, поэтому. Спасибо за розочку. Привет, Сталдыка. Ой, вам привет, Салматы. Я в позапрошлом году в Талдыке очень-очень часто была. Очень часто. Каждые 2-3 дня. Прикольно у вас там. Не вывезешь же. Какие вы смешные. Короче, опять вот это начнется мужская солидарность. Вы меня выгнаете. Так. Здравствуйте, Александр. Какие классные приколы. Такие классные приколы. Чего? А, вы тут шутите. Здравствуйте. О чем вы шутите вообще? О том, что я зайду в батл с Артуром и вы меня выиграете, типа, да? Здравствуйте, Евгений, здравствуйте. Угу. Да, Артур просто сыт, честное слово.
И ты ему не поможешь никак, Евгений. Там вообще никаких вариантов не будет. А, боже, вот это что такое? Пусть Аллах вам мозгов пошлет, пожалуйста. Хола-хола. И чё, Артур, чё? Я сейчас убью тебя. Почему? Зачем? Зачем взять и сбить? Почему? Зачем?